что если минор плюс тини? Оп, вот это вот самого умного, да? О, да, в принципе, так можно. Да, наконец-то. Ливну вообще, показательно. Чекай. Я за тобой ливнул. Я тоже актерический. Тут, конечно... Мое увлажнение, дядь. Да что за тусовка на миде? Гей пари! Всем привет, дорогие друзья! С вами Яксанас, и сегодня у нас снова видео рубрики «А что если?». А что, если минер плюс тини? Будет ли это интересно и получится ли у нас сегодня скомбинить с Антонием? Антонио, здорово! Здравствуйте, здравствуйте. Где-то я это уже слышал, да? Это жесть, конечно. Это, кстати, АПшка. Тини забрал. Ладно, сейчас сделаем ре и, конечно же, пикнем нашего героя. А чё, мы можем прямо на первом левеле тогда? Конечно. Можешь мне сапог купить. Конечно, да можешь сапог взять. Ребят, в общем, мы сделали ре, и сейчас пойдем делать грязь. Ну что ж, вы готовы, в принципе? Я готов. Ребята, не забывайте поставить лайк за старание, обязательно подписаться на YouTube-канал, чтобы не пропускать новые видосы, если вам действительно нравится контент. А почему нет? С вас поддержка, с меня пот небольшой, да, вот чисто такой немножко тряпочка, мокренькая уже. Тряпочка. Да, такой неприятный запах. Неприятный я запах знаю. Идет. Неприятный запах идет. Ну, в общем, вы поняли, ребят. Спасибо всем за поддержку и готовимся. Готовимся к Фёрстбладу. Готовимся к серьезной игре LGD против Na'Vi. Пушат. Самое главное, пушат. Уже пушат. Игра не началась. LGD уже пушат. Игра еще не началась, да, кстати. Но мы на топ пойдем, да? Да, давай. Хорошо. Мурлоска взяли. Я вернулся. Там, кстати, Мурлок, парень, там 90 винрейтинг, 33 КДА у него. За 200 игр, да? Да, прикинь, вообще, насколько мощным нужно быть. Там в среднем 40 на 2 надо играть. С каждой игры стабильно. Стабильно, каждая игра стабильна, как никогда. Это, не знаю, это прототип Азы какой-то. Ушная версия. Версия X3000. Киборг убийца. Так, ну я тут заминировал, дядь. Иди. Иди, дядь. Все, можно уже, я тут ставить не буду. Но я не хочу просто прямо сейчас выходить. Вот как под тайминг. А, ну я понял тебя, все ясно с тобой. Они пойдут же там, да. Вон инвокера можно, потенциальный этот. О, сралка идет, слышишь? Я убежал. Но мне кажется, инвокер забайтит все равно. О, либо аппарат. Но желательно вокер вообще. Ну, го аппарат, что делать? Кидай. А, погоди. Оп, вот это вот. Самого умного, да? Монетку самого забрал. Профессионального. Ну, я умер. А, они оба стоят, динают, ты понял? О, идиоты, боже. Динайры хреновы. Там, смотри, только единственное, Сларк может треснуться там где-то. Блин. Да иди тогда. А, ну... О, он меня не видел? Не видит. Увидел. Кушай ветки, дядя, кушай. Я думаю, хаваю. Давай сюда, налево надо. Ладно, оп, хорош, откинул. Я чисто тут поморосю немного. Тебя сапог есть? Ветки по КД, там ману, хилки, нифига. Конечно. Миссия называется убежать. Выжить любой ценой. Выжить все. Так как он меня без сапога почти догоняет? Это что за шутка? А, санстрайк! Беги! Ты сможешь! Отойди! Что за хрень? Марафон чист! Я, ну мне тут придется походу суицидиться, я не знаю, или еще потянуть. Не знаю, в Т-шку куда-нибудь или еще чем-нибудь там. Я, пусть бегает за мной. А я аппарата таки догнал. Слушай, ты ж там еще живой, лол. Ты ж тут мина твоя? Да. А чья она еще может быть?
У меня есть суицид, кстати, я сейчас подойду. Кстати, давай я вот в тенек забегу, в тенек прям. Вот сюда, вот сюда, иди, сюда. Сначала минка, потом суицид, чтоб стопроцентно. Иди смело. Ух ты, смотри. МХ, что ли? Нифига себе. О, БС пришел. Пикер? Так, слушай, ну они у меня тут... соул есть. Жесть, ты там пока пробегал, я себе соул-ринг нафармил. Еще аппарат, они сейчас он тебе кинет этот лапы. Я так, суицидный. Я купил куру. Куру, о, найс, мне как раз нужен. Соул с базы возьмем. Не могу отлететь тут. Ой-ой-ой, сколько? 11 маны хп. Нет. Что это? Нормально, все, нормально, Антох, прокатило. Пойдет. Так, ну, я, короче, беру ТПшки. Там кура, что тебе надо, это юзай. Все, минки прокачаны, погнали. Вот здесь наставлять буду. Давай. Наставлять на путь истинный. Да, да. Ну там помнишь как, аваланч, тос, да? Все, у меня маны нет на это все. Пока только тос. Да, хорошо. Если надо, я могу манку подкинуть тебе. О, да, в принципе, так можно. Это настолько легко было, что ты даже не вспотел, мне в принципе. Lost the connection, слышишь, сразу, lost the connection. Бывает. А, это нет, это инвокер. Не смог выдержать этого зрелища. Сразу, lost the connection. Блин, ну, начало, не знаю, прям забавное получилось, даже полкарты пробежал. Просто красавчики, просто два оболтуса. Отменяли атаку свою. Да, прикинь, вот насколько это тупо, оба хотели заластхитить. Еще, и... Это еще ладно со стороны инвокера, понятно, он хотел себе да, забрать. Он мидер, там, мидер, да, ему хорошо. На саппорта, а аппарат? Жесть, конечно. Это, конечно, печально. Калибеков! Эй, Калибеков, ты куда? Калибеков. Стартит 45 секунд на го. Он, короче, ливнул, понял? И пошел next с тобой сразу. Чисто стандартный подпивас. Слушай, ну я могу предложить тебе, как бы, ну, пойти next с тобой сейчас. Не играть в R4. Без проблемы, как бы, без проблем. Если хочешь, можем ливнуть. Ты можешь еще вот этого показательно закинуть на меня там. Нету и... маны. Ух ты, маны него нету. Прикинь. Ну, наверное, ребятки, next с тобой пойдем, я так думаю. Лучше пойти на X, чем сейчас играть против четверых. Мне кажется, будет интересно играть прям именно против пятерых игроков, нежели чем против четверых. Поэтому просто, скорее всего... Если есть что, там тос. Я могу позиционку подгадать. Блин, надо как-то, чтобы они вот сюда, что ли, зашли. Блин. Да ты можешь, ли, конечно, спокойно на меня кинуть можешь. Я там, если что, подкорректирую. Я же добежать могу. Я знаю. А я тупо так палюсь, конечно. Да, понятное дело. Сейчас еще разочек закинем и пойдем в нормальную игру. Тут варианта нету тут. Как будет неинтересно. Не-не-не-не-не, я так крипа брошу. Да, понятно. Ух ты. Выбежать. Да выбежишь, нет. Слушай, я уже на каких крополях тут выживаю? Что происходит? Он меня видит. Понятное дело. Я могу и ТП-шку тебе дать. Господи, эти крипы-то. Я хочу хотя бы даже умереть, но все равно хотя бы одного выкинуть тебе. Да понятное дело. Ой. Оп. А, наконец-то. Блин, ну это круто. А вот этого подойду сейчас суисайдну и ливнусь. Ливну вообще показательно. Чекай. Я за тобой ливнул. Ай, жесть. Ты, даже если эта игра не будет записана, вот эти моменты поставь все равно в видео, а? Погнали, Next, с тобой. Так, ну что, ребят, на том же самом месте мы начинаем опять уже, все подминировано у нас и уже готовится, как говорится. Готовится, это он, Котл, давай Котла кинь. Сходу. Так, позволит. Или алхимика, меня. Алхимика лучше. Алхимика. Я такой помочь. Сделал вид, ой, типа я... Ой, я ухожу, ой, не надо. Там он АФК, как он меня видит, а? Иди прям в наглую, алхимика, не знаю. А что, ты не вкачал, что ли?
Качал, но не доставал. Лол. Хорош, пойдет. Ну, тебя в суицидалочку. Как надо. Нормально, нормально. Как надо. Да. Ну, ты сейчас главное, реснешься. Чтобы не успел. Да, ты сейчас реснешься, я еще ставлю мины. Я уже бегу. Я тут уже 3 поставил там смело. А у тебя ТПшки нет, да? Не, 0 голды. Я понял. Хорош. Оп. О, лопнул его. Я еще и голду забрал. Так, может ты, слушай, центр пойдешь? Иди центр, слышишь? Вообще без Б, без Б. Иди центр, да, Рилли. Я там, если что, рядом понадставлю. В смоках. Ну, никак в смоках там не поставить, в принципе. Так, вот здесь вот 4 кемпики есть. Так, тебе куру возьму. Угу. Вардик куплю. Пилочек. У него ботл сразу. На пустой инвентарь. Ну, на пустой желудок. На пустой желудок водички. Че, не шаришь, что ли? Ну да, ботл. Котл. Котл, гив ми мана. Котл, гив ми мана. Ми, гив мне мана. Ой, дебил. Так, я тебе вот так вот поставлю. Слушай, ну тут 3 минки и есть суицид. Если, в принципе, ты кинешь его на меня... А, сейчас пока... Осуждаю экспись, суицид. Экспись вот эту тему. Экспи. Нормально. Экспись. Настя сказал. Экспись. Экспись, дядь. Да, у меня без армора будет осидом так пробивать, конечно. Да. Но надо слить его, я тебя захилю. Вот там, мне кажется, в наглую можешь попробовать, как только не агри крипов. Многовато их. Он так просто и будет стоять. Сейчас хил надо тебе кинуть, да? Я хил сейчас подойду. Дон. Хилочек даю и закинь желательно его сейчас. Просто в наглую через крипов там есть что подойду. Чисто аватосни. У тебя хватит 200? А, у тебя не хватит на аватос. Хватит. Но деда будет вас хитить, наверное. Топок. На руну паш. Ладно. Я тогда отхожу, тоже руну подконтрю. Монетка здесь, отлично. Цирклетку купи. А, 260 уже, все, найс. Он сейчас поведет иллюзии на мины. Понял. А, этот запук, закуп с сапогом, конечно. Руинит, да? Ты не можешь делать. Руинит, конечно. Так, есть. Я погоняю его чуть-чуть, наверное. Тут ботл 700 стоит? Да. Подвел такие иллюзии. Жесть, как тебя пилит, это ужас просто. Отвратительно просто. Ладно, я бы пошел. Давай. Там, пахай, экспись. Я по эксплюсе, если что. Тут надо его аватоснуть просто. Я, видишь, не хватает ресурса. Ресурса не хватает. Так, у него маны, кстати, нет больше на спрей. Ну, я пойду на топе руну. О, так можно сейчас попробовать убить, да? Я уже. Давай. Не, он на топ идет. Бегает. Давай на топе примем его. Блин, он очень быстрый, жесть, хоть там и... Монета? Да. Черт. Монет. Ой, хорошо. Отлично. Бонус есть. Я на базу сгоняю, у меня арканы есть. Арканы куплю, наверное, тебе заливать. Будет интересней. Пойдет. Не так динамично, как в прошлой катке, но алхимика побеждаем. Можно бы гордиться. Как бы.
там жесть этого гоняют. И снайпер мансит лево-право. Тут куру на топ закину. Кура у тебя только, да? Вот так сделаем. Пышечка. Сейчас вот, это а сколько у тебя там мин? Там, там хватит, чтобы убить его. Сейчас еще одно поставить, и нормально будет. Я иду уже. Вот, ты тут уже, да? Опа. Просто в наглую дай прокаст ему, да. Пошел он нафиг. Хорош, маны дал. Минель. Собака. Слышь, крипа кинешь сюда, короче. Батлыш крипа? Да, крипа закинь. Ну, будет тебе блокпост, сам кидать будешь. А он все мины там не взорвет? Нет, нашего крипа. Зачем вражеского? А, тьфу, точно, точно. Сейчас эту пачку пробухну. Да деда. А, не, желательно вообще милишника, наверное. Ну или кого закинешь, того закинешь, я пофиг. Да блин. Залагал. Все, пойдет, отлично. И сейчас швырнешь туда. Пойду на руну. Да, гоу. Так, и я, наверное, где-нибудь еще сейчас сделаю какой-нибудь постик. Ой, неплохо. Ты смотри, кайф. Какая. Еще сейчас рестница. Кайф. Это будет просто ваншот гарантированный. Да, иди, я сделаю вещь. Я пойду я этого убью. Надо, а? Надо убивать алхимика. Да. Ну-ка. Че, ты его хочешь кинуть? Да. А, ну у тебя есть там этот крип. А, все, ассоцида согрелся. Ну я подойду туда. Я на месте. Далеко, далеко. In position! Сейчас подойдет мост. А, все, полетел. Чисто, по-моему, это видео хейт-контроль какой-то. Да. Мне нравится. Тини ганг. Ганг нужен низ. Там на топе тоже просадка, на низу. Сейчас тут еще минг поставлю. Маны дам тебе. Хорошо. Как говорится, парная работа. Ой, Рутгер. О, жесть. Прикинь, у меня герой за ним бегал на пудже. Там пару мин стоит. Вот тут хватит мин, чтобы взорвать. Если что, там пудж, не пудж. Можно будет затушить. Так, я возьму пару вардиков. Что под пуджа сделать-то? Манна. Там смотри, этот подошел, если что там. Вот так скажем. Я пойду на топе поминирую, слышишь? Давай, давай. Я тут посижу пока до даггера. Куплю даггер, буду двигаться. Угу. Кларк прыгнул. Хорошо. Пойдет. Каста. Пойду легиона попробую. Да, гоу легу. Че нет, я мину поставлю тоже. Но тут вот, если что, могу вот здесь. Ну, типа, далековато. Тупую его, делай комбо. Жирный, да? На уж. Фларк погиблый. Да. Погиб герой. Так, сделаем. Хорошо. У меня аркана скоро будет, там, 9 секунд, если надо. Смотри, смотри, смотри. Смотри, смотри, давай, юзай. А у меня мана нет. Ща дам. На, крипок. Крипочек. Крипочек, крипуля. Так, делаю. Забавно. Армлет купил себе, товарищ. Прикинь, вот вообще у него нифига не было, да, он не фармит, тупо купил армлет. Прикольно. Нет смысла играть в доту. Да, нет смысла там играть в доту. Хорошо. Пах. Не убью. Чуть-чуть. Снайпер забрал, нормально.
Дагер у тебя не скоро, да? 100 голды. Сколько? 100. Ага, вижу, 100 голды. Там пару крипов и все. Снайпер. Скотина, уйди, уйди, прошу. Снайпер чисто такой, тыщ. Снайпер! Релодит. Так, я бы пошел. О, жесть. Сейчас даггером. А, нет, я руну заберу. Я попробую руну. С даггером весело бы. Снайпер. Еще вардик возьму и пару маны. Лично регенка. Дагер летит. Да что за тусовка на миде? Гей пари! Ой, найс. А ты что ожидал? На монетку ему чейсит, сори. Я могу тебя бросить на суице. Оп! Оп. Ладно. Забрал, Котл забрал, хорошо. Алхимик сейчас. И кирак! Меня не надо кидать на суице. Да, у тебя нету? А, у тебя. У меня все есть, вот сюда надо кидать, дядь. Я иду. Там снайпер он подошел. Ой, хорош, ну так пойдет тоже. И снайпер тоже, видел, становится. А, блокпостик. Надо еще ближе поставить, я еще ближе поставлю. Так, на топе тоже руна, пробуй забрать. Охуеса, даггер, слышишь? Понял. Лучше. Ух ты. Живешь, дядь? У меня ман не хватает на прокаст. 20 маны, блин. Урну мне кинул. Варды на меду стоят. Че там убежал? Так, уеса даггер, если че. Он ульту ужал? Да, он без ульта. Смотри, сзади. Да, вижу. Лучше он взорвется будет проходить. Или нет? Я там и тут поставлю сейчас минки везде. Тупую. Она ставим. Все, тут хватит. Но варды на миду стоят, они видят всю эту тему. Тебе тут надо быть ловко просто подловить и все. Тупи лего, можно убить попробовать. А попробуй легиона принять. У него лотар. Ага, вон вардик стоит. У леги лотар? Да. Ничего себе. Ну, это классика. Так, ну тут, в принципе, готово. На миду две точки, на которые можно накидывать. Ну... Так, хорошо. Соул что-то не хочется делать. В принципе, так маны должно хватать. Я здесь сейчас напихаю. Хорошо. Вспомнил, как в прошлой катке ты бегал. Чисто. Чисто смех. Ужастиковый. Смекс. Лего пришел на топчик. МС босс. МСЭ. КД. Алхимик лес пошел, походу, да? Так, ну три мины и... Если что, этого хватать должно. Ух, там тебе хп сняло с одной тычки. Он максил ее, кстати, двойку. Все, этого достаточно. Пойду на базу схожу. Блин, соул, наверное, все-таки надо сделать. Нормально, заберете. Ну, брат, чуть подошел бы. Хорошо. Там алхимик еще шел. Пойдет. Алхимик с соурингом. Ух ты, там тушишь. Не туши сильно, пацанов. За что их ты так? Так, да, я... про геймер. Про геймер.
Dagger V, T, Dagger V. ВТ просто и все, найс. Гениальный герой, что ты хотел? Сильно? Дай куру. Не дам я куру, сами себе купите, ё-моё. Это вечно потом курьера ждать по полчаса не надо. Нету куры, дядь. Пусть алхимик фармит. Бега. Еще парочку мин бы поставить. Одну бочку. В принципе, должно хватить. Три бочки. По 243. Блин, может с армлетом включенным не хватить. О, идет. Времени нет. Хорош. Пойдет. Так, там с лотаром Лего. Лего, да. Проказ КД. 5 секунд. Лего лотарный. Там Медуз Синтрек стоит еще. Ой-ой-ой, идет ко мне. Настоящий. У меня КД. Рунка. Виталик бустер. Сниз пушится очень сильно. Так, ну тут мины есть, если что. Тут нужно как-то это только реализовывать. Смотри, смотри, внизу. Давай, я видел. Зажим снайпера. Стена низ, короче, там телепортировались. Изи сейф. Виски от Суск. Я почти Бладстоун. Я хочу Бладстоун бахнуть себе. Надо Бладстоун бахнуть. Ты там бегаешь, чекаешь? Пока фармёшка. Почти Бладстоун имеется. А, ну у меня еще Soul Ring надо. Не суть. А, он там Рошава почти мертвый. Лол. Да. У меня маны только нет. Ну я иду, у меня аркана будет 10 секунд. Блин, я ничего не могу дать, я вообще пустой. Ну, ничего страшного, сейчас дадим, дядь. Нис. Ниссы. А, так вот. Ты его убивал. Найс, я маны тебе даю, бро. Я уже дал. Найс, играешь. Удачи, приятной игры. Найс, играешь. Ждем руну. Да надо и так, кого-то на миду позакидывать. Что за дела вообще? Они на мид вообще перестали ходить, понял? Конечно. Вообще не хотят. Бедный алхимик, но задрочили его в миду прям. Здоровски. Здоровски задрочили. Морстен килл. Морстен именно. Пару прыжочков будет Бладстоун. С Бладстоуном по кайфу будет. Бесконечный мини. Ну, Рошан, побаш его немножко. Ну шо ты. Ладно, пойдешь. Моя взяла таки. Ой, хорошо. Хоть так. А можем его сами добить, что нет? Да, можем сами. Лего пошел душить. Надо добить пойти. Но там единственное ЕС может накрыть очень крепенько. Очень крепенько. Пойдет. Идет. Чепуха, думаешь, не знаешь, что у вас ВХ? Волхаки, брат. Волхак. Точно. Ой, чел живет в 2005-м. Жалко его, конечно. Эй, там ВХ, пойдем. Ага, Сентри Гопс несет.
Сентри опс несет. Видел, у него опсы и сентри. Там сентри плюс обсерв. У меня нет ничего, блин. Не пофигу. Я на даггере вору. Я понимаю, дядь. Что ты на даггере ворвешься? Мне кажется, аваланчить надо просто. Ну, давай добьем. Сорян, мне как бы чуть-чуть до Бладстоуна. Да, можно добить, я сейчас трэпы поставлю под трэпами. Ясно, выходим. Вард есть, плохо ищет. Бежит. Лего? Да. Он взял тут монету. Угу, ну так сделаем. Ой, как ему там дэмэджа без резиста залетело, видел? То есть... Мне кажется, не осилим. Слушай, что у меня такие подозрения. Втроем. Если никто не помешает. Да, если не помешает, может и соберем. Устроим ему. Рошану там. Ес там был, да нет? Хорошо, забрали. Так, слушай, ну Бладстоунчик есть. Я пойду лица поколочу, поминирую. Давай. И, поминируй, наверное. Там, ничего, покидаем. Да, надо вот, типа, вот это вообще они на мид не ходят. Значит, надо, это, стороны сменить. Стороны сменим. Стороны надо поменять. На топе алхимик фармит по КД там в лесочке. Надо лесочек, может, пойти. Я могу пойти лес, в принципе, там, озадачить им. Осадное орудие сделать. Бегу к вам на топ. Да, гоу. Ну, на меня Лего, наверное, врываться будет. Да, в меня прыгнул. Поможешь? А, тебя нет. Я далеко. Они за мной прям идут меня убивать. Ну, это печально, я заряды потерял. Только купил Бладстоун и сразу же его потерял. Просто захейтили. Только Бладстоун купил, прикинь, и сразу бегут вдвоем. Лего в меня ультанул, этот тоже пуш бежит. Жесть. Ну ладно, ничего страшного. Ничего страшного. Так, побежали. Так вот берем. И вот огурочек открыт. Можно в леске поставить. Да. Сейчас где-нибудь вот сюда начну наставлять. Ну вот сюда можно. Почему нет? Я, наверное, вот здесь напихаю сейчас сначала. Сейчас напишет, нет варда, там вард закончился, там варда нет. Пишет. Ой-ой-ой. Вот. Ой, как хорошо будет, если я Бладстоун заработаю сейчас. Хорошо. Плюс камешек. Плюс камешек. Плюс мораль. Плюс морал. Хорошо. Плюс один зарядик. Я тут наставляю, мне нормально. Пуджа даггер, если что. После 3 секунды трик этому удару. Такой бред, если честно. Ой, ладно. Ой-ой-ой. Кстати, интересный герой Тини, должен заметить. Что-то мне кажется, он какой-то очень, да, такой интересный. Ну, когда получается играть, это всегда интересно. Я такой вот заметил закономерность. Странно. Когда выигрываешь, кстати, интересно, должен тоже сказать. Гениально. Да! Короче, я поближе начинаю наставлять тут тоже. Хорошо. Если что, просто швыряй, как говорится, и поехала. Классика. Давно, кстати, не закидывали. Как не удается.
Играем против профессионалов. Ну да, надо попотеть. Хорошо. Да там раки, как обычно пишут. Раки. Давай, выходите. Кто-нибудь. Я уже прям овер наглость ставлю. Любого. Ой, как хорошо, что он сдох. Почему именно его? Почему именно его выбрал, а? Да он может все. А, маны нету, да? Сейчас носить им бышку. Да, наверное, не надо, типа, мы же еще вообще толком не пофанились. Как скажешь, начальник. Качальник. Начальник. Как обычно. Скажешь. Челы ливают, как обычно. Как скажешь, начальник. Начальник. Поехали. Так, алхимик байбекнул, слышишь? Genius. Ну, далековато я ставлю, если сейчас. А, понял. Да пусть они пофидят там, ё-моё. Мое уважение. Ну вот можно, да, по-моему, поближе подкинуть. Может, ну, пуджа или что, любого, в принципе. Много. Кто-нибудь, да хоть алхимика лоуха по его закинет, щипы. Медолага. Ух, там сколько народу, да, дядь. Ай-яй-яй-яй-яй. Хорошо. У тебя нет... А, нормально, нормально, у тебя не стрик упал. Ну, стрик упал, как бы, но не стрик. Башня добила, повезло. Да-да-да. Нормально. У меня 3000 сверху еще. Жесть, я тут мин напихал. Чисто тоса и по КД только называется ситуация. Тосенский по киденски. Сларк такой, я раз в 100 лет побеждаю, можно выиграть. Бьет, стоит тавер этот, доталово просто. Ой, жесть, наркоманчик. Гангстер акула. Ну, у нас получается, ты фигер вообще тотальный, да? Ясно, удачи и веселой игры. Удачи и веселой игры, найс. Зачем-то ЕСа выводят этого. Что поделать, топ-1. Пампадур. Бежит, товарищ. Взорвался. На работе. Взорвался на работе. Нам срочно нужен Тини, чтобы кидать. А Тини уже в пути. Опа. Нужно Тини. Нужно больше Тини. Там уже все минки почти посносили ближние. Не надо, дядя. Швыряй. Некого, некого. Ой, дядя, меня кидай. Хорошо. Можно еще. Еще хочу. КДшка столетняя. На. Жесть, конечно, дота. У нас, конечно, жесткая дота. Получается. Легиончик побежал за снайпером. Да. Понял. Так, вот это. Там что, легион не потянул, да? Снайпер его просто пострелял, перестрелял. Так, ну я тут... Где там у тебя мины еще? Ага. Котл, он пошел. Стой, братан. Он на другие идет, братан. Рона ему как бы. Как бы он это. Ему нормально. Бедный котл. Я сейчас тут наставлю. Тебе бы ману как-то пополнять.
Я вообще ни хрена не делал в этой игре. Что-то там опасное какое-то движение у вас. Тебя кидаю. Ой-ой-ой. Немножко я это что-то, Антох, ну, не на позицион. Да-да-да-да. Жаль. Я думал, наоборот, что-то постараюсь как-то помочь. Все тут напихиваем. Форсик бы какой-нибудь, да? Фиг его. Октарин сейчас куплю. Я тоже октарин сейчас куплю. Вот тут, конечно, мое увлажнение. Мое увлажнение, дядь. Вот я тут чисто мое увлажнение делаю. Жесть, они тут зашли, а тут напихано просто вообще жопой лопает так, этих мин. Просто ужас. Чуваки шокированы. Шакира, Шакира. Дакиру, Дакиру. Вот так сделаем. Он там мои мины сносит. Нормально, у меня сейчас мана бесконечная, по сути. Ага, нормально, нормально. Нормалин, нормалин. Пойдет. Мы пришли с миром. Хорошо. Пойдет вот здесь. Напихаем сейчас. Ждем в позиции. Главное, чтобы меня пуш не выхукал. А там внизу справа. Кто-то. Лего, что ли? Да, Лего. Так, ну я могу поближе минки ставить, в принципе. Тут надо просто цельные какие-то куски сделать. О, вот он хук. А что если я сделаю вот так вот? Ты там увидишь, прыгнешь, затосаешь. Вот даже вот Лего, он там лоу хп бегает, типа. Вон, пуш идет, смотри. Ну блин, ладно, ты вовремя свапнул. Да, такой. Ну вот, подеремся. Мана убегает, жесть. Еще можно. Там алхимик. Даггер. Тос. Ой, хорош. Четенько. Красава. Что за бардак? Так, что происходит? Что стоит? Ливерейт. Это ливерейт, дядь. И ливерейти. И ливерейти. И либери-уа. Если вы понимаете. Если вы понимаете, что это. И либери-уа. Бедолага. Он вард стоит, оказывается. Сейчас вот здесь понаглее поставлю что-нибудь. Там Пуджей, не Пуджей, любого. Джей, не Пуджей, там закинешь сейчас. Диджей, диджей. Диджей, камон. Камон, диджей. Камон, диджей. Ну тут уже вообще такие наглые кемпы стоят, что жесть. Все, тут достаточно можно зашвыривать. Полетел. Ой, жестко, не знаю. Вся карта в минах тупо. Агоним сделать у них на базе, под респаун юзать. Чё, прям под колодцем поставить им? Да, они ж не видно будет. Подтосаешь? Так вот надо бы куда-нибудь. Там аваланчнуть его, да и все. Вот на меня это тут спокойно. Он пуш очень близко подходит, смотри-ка. Ходит, когда я подхожу. Угу. Я вижу. Еще денег кнопку сделаю тут. Хорошо.
Пойдет. Я напихиваю тут, второй кэмп делаю. Они тупо, прикинь, из-за того, что ты ходишь, они боятся подходить. Вообще не могут. Страшно тупо, прикинь, ты как их это, газлайтишь. Что, типа, они вообще не уверены в себе. Теряются. Мотивацию надо поднять. Да, мотивации не хватает им. Слушай, тебе там талисман полетел, нет, на базу? Не. Нет, я ничего там не знаю. Я бы аганим сделал, на колодце у них бы понаставил. О, подкинешь? Ну-ка, подойдешь. Иду, кидай, все уже можешь. Уи! Хорошо. Я готов. Еще раз. Давай. Если что. Ну, он там далеко, центрики, ну, наверное. Зацепишь. Нормально. Давай. Кинешь? Хорош. Пишет во время этого полета. В упор не попал. Ой, жесть. Конечно, не. Пусть они отпушат, слышишь? Я сейчас сгоняю на базу. Можешь пласок купить штук 6? СБ. Да. Очень нужно. Во-во-во-во-во-во, на травела. Хорошо. Спасибо. Чуть побыстрее побегу. Отлично. Там уже трон голый, да? А, так мега крипы, они сломали. Понял. Да. Я не трогал. Жесть, просто тупо сломали. Ну, раз в 100 лет пацаны побеждают, поэтому сломали. Я очень хотел поставить на колодец бочки. Ну, видишь, не дают. Котл идет, Девардий, смотри. Это очень нужно сейчас, когда мегакрипы. Очень нужно, когда есть мегакрипы. До конца. Ну, мы его сейчас накажем за это дело, правильно? Прыгай. Поехали. Ой, даггер сбил. Давай. Сейчас покажем, как надо. Опа, полетел. Не летит еще. Не дают. Хоть пуджа, килл любого, дядь. Господи, я не на того направил. Да божечки, что за дела? Камон, бро. Что за дела, дядь? Понял. Знаете, я тему сделал. Я хотел табличку поставить, но не поставилась. Да происходит. Да поставься ты. Все, поставил. Хорошо. Блин, но... И вот скотины спушили, да? Как бы контента бы тут вытянули по кайфу. Вообще пушка была бы. Такой вот, ну, не очень на самом деле момент, что тиммейты взяли, просто все сломали. Мы могли тут еще так пофаниться. У меня вообще задача была в этой катке на колодце именно понаставлять мин, чтобы они резались и взрывались. Это было бы намного веселее. Ну, тогда это в идеале. Так, ну, блин, я не знаю. Еще одну идти. Или не надо в упор, надо вот упор сделать, попробовать на вот это минирование под колодцем как-то тебе. Да. Выфармить тебе аганим побыстрее. Блин, варды что ли там у них на базе поставить? Не, ну там все равно, я, то есть как я не тестил, все равно не получится вот беспалевно ставить. Как ты не подойти, ты все время спалишься. То есть самое такое по кайфу, это в такой вот игре, вот когда вот уже вот там что-то подделали, да, вот чтобы можно было спокойно зайти и спокойно выйти оттуда. Тогда это будет прокатывать. А вот. Палит что тебя? Ты палишься или мины, ну, палятся? На базе палюсь, естественно. По там базе никак не пройтись, да? Да, По деревьям никак не проскочить. Нет, никак, абсолютно. Ну и тем не менее, ребята, у нас получилась, ну, вот такая катка, не знаю... Это можно, в принципе, еще даже улучшить этот геймплей, намного фанистее сделать, в принципе, тут были прикольные моменты, и в прошлой катке тоже были прикольные моменты, но, наверное, на этом закончим. Если хотите, потом сделаем вторую часть, если хотите, напишите в комментариях свое мнение по поводу вообще всей этой конторы, понравилась ли вам эта катка, и в целом, понравилась ли вам эта задумка.
Ну, наверное, на этом закончим. Если что, напишите комментарий, вторую часть, если хотите, сделаем чисто по рофлу. Постараемся еще колодец заминировать, то есть основная задача будет тогда минирование колодца и плюс закидывание на мины с помощью ТОСа. Так что дерзайте, комментарий, и будем ждать, ребятки, будем ждать. Ну, а на этом все, Антон, спасибо тебе, что помог. Пожалуйста. Ну, в принципе, я думаю, на тине ты там запотел, очень устал, наверное, да? Я устал. У меня левая рука, знаешь, как болит, эти два пальца, безымянный, указательный. Сложно было, конечно. Ну, на этом все, ребятки. С вами был Ксеназис. До скорого. Всем пока.